И о событиях в мире. Проснувшийся вулкан Невада-дель-Руис оставил жителей Колумбии без работы. Регион в связи с повышенной сейсмической активностью закрыт для посещения. Не функционируют десятки предприятий. Жители, расположенных недалеко от вулкана районах, лишились также дохода от туристов. Отмечу, уровень опасности с желтого до оранжевого власти подняли еще в начале апреля. Несмотря на угрозу извержения, некоторые жители отказались покидать свои дома. Сейчас в зоне влияния вулкана находится около 57 тысяч человек.